Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Дитячий туризм – цікаве та захоплююче заняття, особливо влітку, коли погода дозволяє. Тож про організацію дитячого дозвілля будемо говорити з гостем, який прийшов до нашої студії. Це Олег Власенко, керівник дитячого табору, інструктор з дитячого туризму. Отож, все про дитячий туризм, про те, як діти можуть собі знайти розвагу, заняття і потрібне на усе життя, будемо говорити. Дуже раді вас бачити, пане Олеже. Отож, діти зараз у вас в лісі, так? Чи де вони? Зараз поки я з вами тут. Три опытных инструктора водят детей тропками нашего Обуховского заповедника в поисках красивых кувшинок. Найдут. Долго будут мучаться, но дойдут и найдут. Лагерь основан на том, что быстро ходить, ну, вернее, мало ходить не получится. Будем ходить много и долго. Так, и кувшинка десь захована. Вы знаете, где она есть? На озерах. Мы знаем, где, просто не так легко дойти. Сейчас они туда дойдут, найдут, посмотрят, доплывут. Ни в коем случае руками трогать нельзя. А этому тоже обучаем, бережному отношению к природе. Приплывли, подивилися. Глазками потрогали и пошли пешочком назад. И назад. Да. Вони знают, так? Да, по пути и... увидят, если повезет, увидят и косуль, и зайцев, все, чем богат наш заповедник. Издали можно увидеть, спугнуть. Чи часто вы будете их далі, аніж наша область, чи бувають выезды? Да. У нас есть много направлений. Одно из них – это огромный, большой уже теперь лагерь в Карпатах. Там вообще все по-серьезному и по-взрослому. Там действительно водят в очень крутые походы. Детей готовят от малого к большому. Там есть трех, и там бывают и четырехдневные походы. А здесь в Обуховке лагерь для самых маленьких, для того, чтобы самого малочку объяснить ребенку, что такое туризм. Может быть, даже где-то привить ему любовь к этому занятию, потому что оно на самом деле потрясающее. Мы байдарки, и пешеходные походы, и луки стреляем, и сурикены бросаем. Ну а когда утомляются, творчество, гончарство и рукоделие. Да. И малюем, и лепим из глины, и гончарными кругами балуемся. А как же вы там заморились, например, втомились, залишились на месте и начали что-то делать? Да. Це ви все мы вернулись, нет, на базу вернулись, отмылись. Передохнули, поставили гончарный круг и гончарим. Когда от этого устали, у нас есть преподаватели английского, сели на пуфики в тенечке, еще английский можно подтянуть. Угу, в игровой форме. Последнее занятие придумали в бассейне. Купаемся и учим английский одновременно. Но дети даже не понимают, что они в чате. Да, они, просто они вечером не поняли в своих рассказах вечерних, что это был английский. Вот как добре. И дети таким чином очень швидко, легко запам'ятовують информацию. Да. Вона им дается, и они с радостью будут использовать ее протягом всего життя. Да. Это очень добре. Да. Вот такой подход используете вы? Чи это десь вы зайняли его, чи это ваш власний? Есть потрясающий человек, и как человек, и как бизнесмен, Анатолий Алексеев, который создал эту империю приключений. Это его полностью идея. Основной принцип воспитания, не побоюсь этого слова, воспитания детей, это детей жалеть нельзя. Угу. Те редкие случаи, когда, ну мы что же люди, мы иногда пожалели, они к нам почему-то больше не возвращаются. Те разы, когда действительно пожалеть, оно это когда они начинают ныть, что ой, тяжелый поход, взять и вернуться домой. Угу. А туризм тем и хорош, что если ты уже зашел куда-то 15 километров, то вот назад тоже будет 15 километров. Есть, попадаются прекрасные команды, которые их ведут прямо вот по направлению, это называется. И дети, пройдя 20, 30, бывает и 40 километров не по дорожкам, а по направлению, через ягоды, крапиву, малину, речки, грязь, приходят, а вы даже не представляете, насколько они поднимают свою самооценку. Вони пройшли, так. Вони, да. Звичайно, що через труднощі этот стиль, зробили это всю, себе. Всю эту ідеологію придумав, як його діти називають, дядя Толік. Угу. Це такий сімейний проєкт, працює вот, дядя Толік з своєю жіною і дочкою. Їх називають діти, їх багато років вже називають мама Лена, дядя Толік і Сашенька. Пане Олеже, а діти, які все ж зараз звикли сидіти вдома, на дивані, десь есть в гаджетах, такі, да. Вони, мабуть, не дуже то до труднощів готові. Да, як ви їх часто. Очень часто родители спрашивают, что будем делать с телефонами. Я всегда говорю так, сами приучили, сами отбивайте у них охоту. А мы создаем условия. Наиболее частая жалоба родителей в лагере, когда детки там, вот буквально я сюда ехал и прочитал очередной смс от мамы, попросите Васю позвонить маме, четвертый день не выходит на связь.
Вася взял трубку и проорал маме: «Мам, мне некогда». И на этом закончился диалог с мамой. То есть там создаются условия в лагере вот в Карпатах, чтобы ребенку, ну просто вот, он может его и держит в руках, но не успевает. То есть на скалодроме. Ну, він, можливо, ему не потрібний той телефон. Да, можливо, нет, ну, так сказати мамі, що я... Забрать у ребенка телефон, который забрался на Гаверлу, ну как-то я бы не рискнул. Ну как это? Он должен сделать селфи и похвастаться. Это хорошо, это то, чем надо хвастаться. Ну, тобто йому треба він лише для одного. Да, зробити селфи і покормити Instagram. Покласти його назад. Да. Да, иногда теряют, и этому тоже приучаем, что... В общем-то, там очень быстро взрослеют дети, стремительно, за 13 дней. Угу. А скажіть, ось це потрібно таке заняття туризм, ну і взагалі дітей відпускати від себе? І мама, яка вам телефонувала, то я думаю, вона дуже хвилювалася за свою дитину. Ми дуже багато відзывів читаємо, і там 90% людей пишуть о том, що я не узнаю моєго ребенка. Останній відзыв був: мой сын, выйдя из поезда, схватил чемодан и сказал: «Папа, мужики все должны делать сами». Мальчику 7 лет, и он попер свой чемодан в машину к папе. Дети меняются, дети взрослеют. У меня есть свои дети, которые, я знаю их изменения в них, которые были после тяжелых походов. Знаєте, дуже хочеться звернути увагу на ваш основний принцип, от жаліти дітей не можна. Ось я хотіла про нього більше поговорити і зупинитися саме на ньому. Якщо ми, значить, дитину можемо чимось загрузити, наприклад, якоюсь роботою, чи якщо вона йде в похід і вже домовленості є про те, що це буде дальній похід, що це буде важко, випробування і так далі, то в якому моменті нам потрібно зупинитись і дати трошки волі, свободи дитині, коли ми не можемо дитині нав'язувати свою думку, а коли треба дійсно придавити і сказати, що ні, ми чекаємо тут, ми вже приїхали і нам немає сенсу повертатись назад, наприклад. Вопрос такий дуже многогранний, тут невозможно однозначно відповісти. Во-первых, йде дуже строгий, навіть жорсткий відбор людей, які будуть в цьому питанні працювати. Вы маєте на увазі викладачів? З дітками. Ми називаємо себе інструктори. Тобто ми не вважати, вже ж нет такого поняття, як ми інструктори. І є так називаємо топові інструктори, які можуть все. І от від цих людей залежить, як дитина піде, куди піде, і з удовольствием прийде, або з сльозами і соплями. Ці люди точно розуміють, можна брати або не можна брати. Вначале там дитиночок прогулявся полдня, день, два дня, і тоді розуміють, кого можна брати, кого ні, кому ще рано. Эти же люди сделают все, чтобы ребенок в походе, когда он... Всем нам бывает тяжело. И я в первых походах умирал и думал: «Господи, на черт я сюда поперся». И дети такие же. Дети еще чаще нас начинают страдать и мучаться, что им плохо. Но им надо объяснить, что ты, когда дойдешь, ты поймешь, ради чего ты шел. И действительно, почти все, практически все, дойдя, они заходят с высоко поднятой головой в лагерь, и на них стоит вот это вот классное клеймо: «Я прошел трехдневку». Три дні спочатку. Да. Ну, це максимальне, буває 4 іноді, це максимальне кількість днів в поході, яке організовується, цього достатньо для дитячого віку, вони і так бувають достатньо тяжелими. Це ви не маєте на увазі сходження якісь, так? Це просто рівною місцевістю? Ні, сходження. Де ж в Карпатах бачили ви сходження? Всегда сходження. А тут? Я ось маю на увазі... Здесь для совсем малышей достатньо пройтись 15 кілометрів просто по заповіднику. Иногда байдарочный сплав устроить, чтобы поплавали, веселками погребли, тоже 4-5 часов на веслах, это для ребенка до 10 лет, это много, да, с купанием в реке, они потом спят прекрасно. Як розбиваєте потім табір, чи треба намети брати з собою? Здесь в виде, как сказать, хочешь, да, надо выполнить два условия. Если ты хочешь пончевать палатки, нужно выполнить два условия. Захотеть и получить разрешение от мамы. Если ребенок 6 лет говорит: «Все, я готов, я хочу попробовать», мы ему с ним учимся ставить палатку, он ее ставит на территории лагеря. Сам себе? Да, ставит и там берет себе какого-нибудь напарника, чтобы не страшно было, я выдаю любимый фонарик, и они спят в палатке. Пане Лежа, а ви як? Це ж теж відповідальність за дітей, як ви це все переживаєте, хвилюєтесь, мабуть? Іноді рядом. Иногда в лагере происходят потрясающие шутки над детьми. Например, на 1 апреля мы их разводим. И одна из шуток была прекрасная. Мы вынесли детей прямо на простынке из кроватки, положили в палатку, разбитую на другом этаже здания. Ребенку было 6 лет. И вот тот момент, когда мы это сделали, мы вдруг поняли, а вдруг она проснется и испугается. И мы до 5 утра, нет, до 5 утра сидели возле палатки и дежурили в ожидании, проснется, не проснется. А потом заснули, и в 6 утра нас разбудил чудный вопль ребенка в телефон: «Мамочка, ну не чудо ли? Я заснула в кровати, а проснулась в палатке». Вот мы сторожили ребенка до 5 утра, потому что, ну, выносить назад уже поздно.
А шутка должна состояться. А как еще пошутить с 6-летним ребенком? Ну, вот так. Пане Олеже, ну, я не знаю, у вас багато різних таких принципів, постулатів і всього, що працює в таборі. Що ще, окрім таких основних філософських понять, ви закарбовуєте дітям? Мы иногда организовываем, не иногда, а регулярно организовываем помимо лагеря, либо семейные, либо с детками. Ездим за границу куда-то, какие-то путешествия. И это не полежать на берегу и возле бассейна. Это, как я говорю, у вас подковы сотрутся. То есть смотрим все. Если уж мы забрались куда-то, то мы смотрим все. Это, и очень часто детские программы смешиваются. Там, день, например, лазим на живых скалах, день смотрим, ну, например, Дрезден. Потом залезли в какой-то заповедник, переночевали там в диком лесу, потом спустились, поехали в Прагу. И вот такая вот смесь городского туризма с путешествиями. Смотрим и природу, и то. И дети не успевают надоедать им, что вот весь день по горам ходил, вот уже мороженка в Праге, уже хорошо. Это такой двухнедельный тур. Микс, да. Если это автобусный тур, то, мабуть, пока они доедут, втомлюются. Автобусный тур – это отдельная история. Как говорит мой сын, это лучшее, папа, что у вас есть. Несколько лет назад Анатолий Алексеев купил американский школьный автобус. И он вообще, у него человека большая фантазия. Он потрясающие вещи иногда придумывает. И нужно только ловить и помогать ему это делать. И он придумал сделать из этого автобуса дом на колесах. Он разукрашен в цвета битловского альбома. Тур называется «Yellow Submarine». И вот у нас есть даже такой компас, которым сейчас мои детки вот в лагере пользуются, чтобы клад найти в лесу. Не нашел клад, нет конфеток. Следующая смена найдет. В этот автобус сделан дом на колесах, там есть все. Телевизоры, души, кровати раскладные. И он курсирует ключевыми точками Карпат. И вот тут уже, когда я родителям продаю туда путевки, я им всем объясняю, что это тот тур, это не лагерь, это приключение. И объясните ребенку, который соглашается, что шага назад не будет. Если ты подошел к Гаверле и сказал, вау, она очень большая, я не пойду, пойдешь. За руку, медленно, ви, но зайдешь. Виховуєте дітей, да, саме таким чином. Саме дівчатка, таким чином. Дівчатка готові до таких випробувань? До 10 років до 16 дівчатка набагато витриваліші, ніж хлопчики. Ага, ось в чому справа. Да. Я не помню ні одної дівчинки, бросившої рюкзак. Пацани іноді косячать. А чому так? Потом все меняется, не переживайте. Потом мальчики вспоминают, что неплохо бы быть мальчиками и становятся более мужественными. А девчонки вспоминают, что они же девчонки, и надо быть немножко более не пацанками. И спортивные витривалості такі є? Чи є якісь там, не знаю, нормативи, які треба скласти перед тим, як вони відправляються? Дети часто сами себе придумывают нормативы. Например, на скалодроме вначале просто учатся, а уже те, что постаршеньки, начинаются. А вот ты помнишь рекорд смены, кто-то залез там за 4 секунды. Начинают соревноваться, кто быстрее. Вот они сами себе придумали норматив. Все, что касается туризма, их реально учат. Все, начиная от разжигания костра, и вот дядя Толик очень любит давать задания именно тогда, когда дождь идет, учиться разжигать костер, потому что он в сухую погоду любой дурачок разожжет. Ты иди в дождь научись. И учат ставить палатки, учат даже правильно ложиться в спальник, потому что это тоже надо уметь. Ничего себе. Правильно собираться в поход, что взять, потому что иногда такое берут. Там, обязательно, теж, там обязательно. Пришли на стояночку, начиная от сбора дров, и заканчивая, что мы кладем в тот же баныш, все детки участвуют полностью. А вы кажете, кто знает, что берут, за что? Иногда, если не проследить, что ребенок положил рюкзак, можно там найти, ну и самого смешного, вот такого размера косметичка с выдвижными штучками, и девочка взяла, да. Даже не знаю, когда-то вытащил у ребенка надувной круг в походе в Карпатах. Да. Я не знаю, что он ожидал увидеть в Карпатских горах, может, но он на всякий случай взял с собой круг. Вы такие, жилеты достали. Вещи бывают просто, если не проследишь, набьют все, что можно, и бедняга прет это все, оно же не надо. Поэтому строгий контроль идет и отбор. Им говорят и объясняют. Начиная от того, какие носочки одеть, заканчивая того, что должно быть в рюкзаке. Ну вы это все перебираете, так? Девчата косметикой не користуются, так разумею, в походах. Пытаются. Девочки есть девочки. Вы в кишені щось там позапихають. Что всегда есть девочки в походе, которые что-то довозят. Мені колись розповідали, як дівчата навіть плойку взяли з собою. Да. А это любимая моя шутка. Если спрашивают, фен брать, то, конечно. Ну, зачем? Ну, конечно. Ну, це просто жах, як можна так додуматись, але це є. Да, дети городские, дети очень часто задают потрясающие вопросы. Начиная от того, а где здесь туалет?
в горах. И заканчивая того, где фен включить, да, такое было. Скажите, будь ласка, с приводу таких вже спеціалізованих походів, то чи готуєте ви вже вищий рівень, вищий пілотаж тих людей, з якими можна йти вже і в гори, і підкорювати різні вершини? Чи є у вас розвиток від маленьких і до складніших, до старших дітей? Наверное, так буде правильніше сказати. В лагерь їздять процентов, наверное, 70 детей. Один раз, если к нам попали, ездят, потом уже лет там, до 19. И так бывает, что на смене на какой-то происходит концентрация вот этих, как я их называю, потрясающих детей. И они собираются в такую команду, которую ведут уже там конструкторы, просто опытнейшие. И эти дети разрывают поход. Их уже, им не интересно идти просто по тропинкам. Им уже интересно идти так, чтобы там ну, просто была жесть жестяная. Да, это дети, воспитанные лагерем, которых влюбили в туризм, с которыми можно хоть в разведку, хоть куда. И эти походы обычно, с них потрясающие фотографии появляются с купаниями в каких-то реках, в каких-то лужах, с прыжками в какую-то крапиву, потому что решили идти прямо, и никто не хочет сдаваться. И да, эти детки потом переписываются с нами и общаются, и дружим, даже когда уже будучи студентами вузов. Угу. Многие из них у нас работают потом волонтерами и даже инструкторами. Ну, до якогось віку ви їх вчите, а потім вони вже самі знають. 17 лет они уже вырастают. Як володіти всіма навичками, які отримали у вас. Да, иногда бывает, что эти дети, уже будучи там 19-летними, никак не могут расстаться с детством и с лагерем, приезжают в Карпаты в свои палатки и подходят и говорят: дядя Толя, а можно мы палаточки постоим рядышком? Ну, вот никак их не оторвется их от этого, от лагеря. Им разрешают, они стоят возле лагеря, живут своим детством чуть-чуть. Ты голодные там в походах, чи не? Дети, дети голодные всегда. Это такой возраст. Это нормально. В походах их, если поход легкий, есть определенные классические кормежки в походах. Если он коротенький, это бутерброды. Огурчики, бутерброды, там, яблочки. Если поход на весь день, то их учат разводить костер и готовить на костре. Сами варят? Да, причем принцип такой. Вот как дойдете до родничка, так и покушаете. Не дойдете... Вы будете кушать свежий карпатский воздух. Ага, ось и запивать его студеной водой из протекающих рек. Дети приезжают до дома, едят все. Да. И не скажете на моя дочь когда-то кричала: я в жизни не попробую тушенку. И через 3 дня в походе дядя Толик сбросил мне фотографию дочери, просто пожирающей кашу с тушенкой. За обе щеки. Она вегетарианка была на тот момент, молодая. И да, походы справляют вкусовые пристрастия. Все вже, не вегетаріанка? Ні, по-моєму, навіть це спорно. Тоді це було, так, я їм все. Ну, так ви виховуєте дітей. Ну, насправді, це дуже добре, коли діти, маючи все, маючи біля себе таких досвідчених інструкторів, але вони залишаються собою і хочуть перемогти обставини, і хочуть перемогти себе, свої лінощі, свої, можливо, якісь вади, які з'явилися протягом життя. Страшніше всього ж себе побороти. Так, і стають сильнішими, дорослішими. От ви кажете, що дуже швидко, за 3 місяці дитина стає іншою зовсім. Так, абсолютно. Ну, це дуже добре, пане Олеже. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, поділилися враженнями і таким методом виховання. А це зараз для дітей потрібно. І добре, коли діти розуміють, що не знущаються дорослі, а направляють. Направляють в те русло, яке повинно бути у нашому житті. Тож я так сподіваюся, що і батьки, і діти прислухаються і почують ту вашу основну ідею, ту головну думку, якої нам зараз усім так не вистачає. Ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.